Чем больше времени проходит с начала так называемой спецоперации, тем лживее и циничнее становится кремлевская пропаганда. Ведь если раньше просмотр российских новостей вызывал разве что приступы здорового смеха, то сейчас эмоции совершенно иные. Чаще всего ты сидишь и не верится, что в 21 веке подобное вообще может быть. И чтобы все понимали, насколько опустились российские подонки, мы вам сейчас яркий пример покажем. Сьогодні в день російські окупанти атакували Одесу балістичною ракетою. Одна людина загинула, 8 поранені. На протяжении всех последних недель российская армия бомбила ракетами Одессу. Десятки прильотов, в том числе и с кассетными боеприпасами, от которых пострадала как гражданская, так и портовая инфраструктура. Среди погибших снова были дети. В результате ночной ракетной атаки на Одессу погибли 4 человека, в их числе 16-летняя девушка. Удар пришелся по двухэтажному зданию, где жили и работали гражданские. Было бы, наверное, честно, если бы путинские людоеды в подобной ситуации честно признались, как сильно ненавидят Одессу и одесситов. Тем более подобные прецеденты уже были раньше. Сразу вспоминается отборный антифашизм от пропагандистки Витязевой. Юляха, кто забыл, собиралась истребить всех жителей Южной Пальмиры и прогуляться по пустой Одессе. Вот если бы вот мне сейчас сказали поехать, хочешь в Одессу, я бы сказала «да». При одном условии, что Одесса будет пуста. Потому что я очень многие вещи Одессе человеческой, не прощу никогда. Кто-то скажет «да это же просто ужасно» и, очевидно, будет прав. Вот только на наш скромный вкус даже подобное людоедство выглядит лучше и честнее вот таких шедевров. Просто отметим, что этот эфир крутили на одном из российских каналов прямо во время кровавого месива в Одессе. Если вы посмотрите население Одессы еще на момент конца 19 века, подавляющее большинство русские, дальше где-то больше трети населения – евреи, очень много греков. И знаете, кого там нет? Украины! Вообще! Рядом не валялась никакая Украина с этой Одессой. Так если никакой Украины в Одессе нет, то это вы русских, получается, каждый день с таким азартом убиваете? То есть, понимаете, да, уровень дна? Чувачки пачками убивают одесситов и буквально тут же в белом кокошнике кукарекают, как они сильно любят Южную Пальмиру. Не Киев никакой, а Одесса с точки зрения населения, экономической мощи и значимости. После Москвы и Питера это была Одесса. И все, что там есть, там сделали мы. Там была первая канализация в Российской империи. Туда приезжал Марк Твен и писал, что он ходит, бродит и не видит никакой разницы с Америкой. Да и вообще, если вы забыли, то Одесса – это якобы русский город. Я вот никогда не была на Дерипасовской и вообще в Одессе. А очень хочется. Очень хочется. И надеюсь, все-таки еще приедем и посмотрим. Потому что Одесса – наш город. И ты смотришь и думаешь, вот поворачивается же язык. Расскажите лучше, как вы эту жемчужину империи кассетными «Искандерами» поливаете. Но нет, Соловьев обвиняет кого угодно, только не Россию в запрещенных методах войны. Мы не нарушили ни одного пункта, потому что, напомню, что нерушимость границ по отношению только к тем странам, которые признают право нации на самоопределение вплоть до отделения. В отличие, скажем, по мнению многих западных политиков, от Израиля, который не выполняет ни резолюции Совбеза ООН о существовании двух государств, не правила войны. А хабалка из Адлера даже вспомнила 14-й год и якобы обстрелы фашистских самолетов. Ну, пока они не начали мучить Елен Чесакова, горловских Мадон, из самолета долбить те наши города, которые они цинично и хамски называют своими. Наши города, которые они цинично и хамски называют своими. Ну да, очень верим. Ужасные просто были обстрелы. Настолько кошмарные, что все 10 лет войны в прифронтовых районах Донецка кафе, рестораны и гипермаркеты работают. А вот так выглядит типа освобожденный Угледар, где кроме 100 ждунов все жители сбежали от России, а город буквально стерт с лица земли. Это, чтобы разумели Угледар, то, что от него осталось. И надо быть совершенно конченными и отбитыми, чтобы с такими реалиями набираться смелости и обвинять кого-то. Но у российских пропагандистов, очевидно, дна нет. И, станцевав на костях одесситов, эти черти у микрофонов принялись разыгрывать не менее циничный спектакль, а, внимание, борьбе за права украинцев. Потому что, когда на полном серьезе заявляются фразы Урсулы или там Анны Елены Бербок о справедливом мире, а справедливый мир для кого? Для Украины?
или для народа Украины. Мол, только Россиюшка граждан Украины от мифического концлагеря освободит и принесет всем справедливый мир. Справедливо — это когда всю страну, Украину, превратили в концлагерь, это справедливо. Справедливо — это когда бешеный уровень коррупции, когда запрещена коммунистическая партия. Вот это справедливо. Какова категория справедливости? То есть, если ты смотришь подобный контент впервые, может сложиться впечатление, что перед нами чуть ли не святые люди. Вот только ой, а не эти ли борцуны за права украинцев буквально только вот собирались смыть весь Киев, подорвав дамбу? Погибнет большое количество людей. Сотни тысяч киевлян, особенно тех, кто проживает на низком левом берегу, скорее всего, моментально погибнут. В таком случае, если что, и российские ждуны, если подобные останутся, тоже погибнут. Ну и Соловьёву и Симоньян в реальности на них тупо пофигу. А про российских украинцев на федеральных каналах вспоминают только когда пропагандистам это выгодно. А для какого народа Украины? Где они считают Украину? Для русских, проживающих в Крыму, Донбассе? Для украинцев, для которых родина – это СССР, и традиция великой русской культуры является основной частью их? Или для националистов, которые захватили власть? Справедливый – это для кого и в чем? А в остальное время ровно эти же ничтожества открыто призывают стирать все живое. Ракета, если что, не разбирает каких-то политических убеждений. Да я мочил бы их, сволочей всех. Просто мочил бы. Харьков с лица земли стереть надо. Но начать надо с Киева. Просто уничтожить надо. Вот все, стереть с лица земли. При этом всем важно отметить вот какой момент. Несмотря на все сотрясания кулачком и угрозы, останкинские чмони уже сами не верят в захват всей Украины. То есть, если раньше они грозились устроить русско-венгерскую границу... Нормальное окончание СВО – это граница по западному Бугу. Должна появиться новая русско-венгерская граница и граница с Румынией. Вот это вот как бы правильное окончание специальной военной операции. И насиловали мозги друг другу обещаниями не оставлять бандеровцам ни метра земли. Если вы оставите Бандерию, Рагулью, вот этой всей... Хоть столько. Два квадратных метра, все. Оттуда вылезет тварь нельзя, и начнет гадить. То теперь кремлевские хотелки принялись сдуваться прямо на глазах. Куда ни включи, везде вещают, что задачей СВО является выход армии на административные границы Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей. Город Запорожье, областной центр Российской Запорожской области, находится под врагом. Соответственно, вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, конституционной российской территории, это то, что вот это то, от чего некуда деться. В любом случае, кто бы что ни думал. Программу минимум, которую мы должны добить, это освобождение наших конституционных земель, нейтральный статус Украины, никакого НАТО. Демилитаризация, денацификация. Все четко и ясно сказано. И очень хочется уточнить, а как же Одесса? А типа русский город Киев? Там уже квартиры на Дерибасовской и Печерских холмах оккупантам приготовили. Все, как вы в рекламе и говорили. А я после войны здесь останусь, в Одессе. Родня моя из этих земель. Вернусь домой, буду. Землю купите? Да нет, дадут. Когда не восточный гектар, а участникам СВО в первую очередь. Но обещать, как известно, не значит жениться. Вот и кремлевские фраера постепенно сдают назад. Они, кажется, стали понимать, что излишняя бравада пропагандистов может сыграть конкретно с Путиным злую шутку. То есть, когда по телеку обещают территории аж до Приднестровья... Украину нужно категорически отрезать от Румынии, от Черноморского бассейна, от поставок вот этих массированных, которые там ведутся. Если с юга это будет... закрыта проблема, то есть я имею в виду Одесса, Николаев, а заодно и Приднестровье, то тогда совсем плохо будет для этого режима, он останется, по сути дела, в изоляции. Глубинный народ, соответственно, нечто подобного ждет. Вот только на реализацию обещанного силу российской армии, очевидно, нет. Если кто забыл, Россиюшка устами элитного кадыровца этой осенью собиралась победу в СВО праздновать. Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. И причем завершится не только на Курском направлении, а полностью все СВО. А теперь Z-патриотам втирают, что предел мечтаний даже не осенью, а до конца этого года, цитата, «Западный Донбасс». То есть даже не вся Донецкая область. В этом текущем году мы закончим, дай бог, Курскую и Западный Донбасс. Это в оптимальном варианте.
Вот тогда. Неужели Апти Аронович снова балаболом оказался? Вот только здесь нужно понимать, что поверить в какие-то глобальные победы россиян могли разве что напрочь оторванные от реальности люди. И аргументы здесь достаточно простые. Чтобы побеждать, нужно брать крупные города, а типа вторая армия мира за 3 года спецоперации сумела взять лишь один областной центр. Да и то убежала оттуда, роняя фекалии прямо с Антоновского моста. Шойгу приказал генералу армии Суровикину приступить к отводу войск из той части Херсонской области, которая находится на правом берегу. Мы оставляем, судя по всему, Херсон. Наша оборона будет строиться на левом берегу. Соответственно, все величайшие победы оккупантов – это относительно небольшие города Донецкой области. Но пафоса сейчас только, будто бы Берлин взяли. Это героический подвиг, потому что Угледар 2 года кровь пил страшно. Страшно пил кровь. И то, что удалось сделать доблестным бойцам 29-й и 36-й, это, конечно, они обессмертили свое имя. Я видел этих ребят, эти штурмы, это герои. Если бы тому же Соловьеву в феврале 22-го сообщили, что через 3 года он будет радоваться Угледару, Рудольфович бы не поверил. Додик, кто забыл, Украину собирался победить, лишь подняв бровь. Главный враг, сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда. А армии давал на выполнение задач максимум 1,5 месяца. С ожиданием людей, сколько может продлиться война, ощущение, что там 1,5-2 месяца, то есть люди как бы такой кредит доверия дают. Теперь же подобные записи останкинские пропагандисты очень не любят вспоминать. Ведь именно такой контент четко дает понять, насколько сильно кремлевские ожидания отличаются от не самой сладкой реальности. Реальности, которую никакими показушными победами не перебьешь. Такс, где там уже Соловьев? Давай уже хвались трофеями. Раньше, когда мы трофеили технику, то, как правило, она доставалась после того, как украинцы пытались уничтожить мозги, вытащить харддрайв, сделать все возможное, чтобы как можно меньше было информации. Мы когда увидели эти переполненные гордости щи, то честно не знали, смеяться или плакать. А Шептун продолжал упорно делать вид, будто он не на древнем броневичке, а как минимум на некой вундервафле прокатился. В этот раз удалось затрофеять войскам Центрального округа не просто Брэдли, а в идеальном состоянии. То есть с харддрайвом, со всеми описаниями, со всей информацией. Так что я провел тест-драйв, то есть покатался, пострелял. Ну все, спасайся, кто может. Сейчас ученые в Сколково разберут Брэдли, и все военные тайны Америки раскроют. А для наших специалистов это очень полезная находка, так скажем. Потому что дает возможность, просто во всех нюансах изучить. В том числе и софт, и все прочее. А если серьезно, то именно так, друзья, и выглядит убогость. Сверхдержава спустя 3 года большой войны хвалится затрофеянным БМП. Это какой-то позор? То есть даже в Украине, не претендующей на статус сверхдержавы, уже мало кто обращает внимание на трофейную российскую технику. Хотя там только целеньких Т-90 было брошено десятки. Вот это, например, Т-90, который перешел на сторону добра в Курской области. Назвали мы его «Пирожок», поскольку он такой сладенький пирожок попался нам. Да. Но что-то Соловьев о подобном молчит. Куда там какому-то Т-90 до Брэдли? Да и тогда ж придется рассказать, что русские частенько бегают, бросая свою элитную технику. А этого делать никак нельзя, а то ж холопы на диванах грустить начнут. Впрочем, лично мы не против, чтобы Соловьев и ему подобные и дальше окучивали стадо победной чепухой. Пусть сидят в розовых очках и думкой богатеют. Ведь, как известно, чем выше задирается нос, тем обиднее будет по нему получать. А неоправданные надежды миллионов – поистине горючая смесь. И лично мы не сомневаемся, что с такой информационной политикой рано или поздно в Кремле доиграются и изменить что-то уже будут не в силах.